Какая бы ни была экономика, она обязательно включает анализ, планирование, учет и принятие решений. Кто бы что ни выдумывал, ни про какой закон. Ну, естественно, ну а как же? И самое главное в плановой экономии, это чтобы планы не были длучие, если какие-то обстоятельства поменялись, планы тоже можно было оперативно менять. Что погубило Советский Союз? Что планы были безальтернативными, а надо было учесть возможность оперативного изменения планов, если что-то идет не так и если изменяется структура ситуации. Вот так.